рамках регионального партийного проекта «Детский спорт» и местного «Одинцовская спортивная семья» активисты Одинцовского отделения «Единой России» посетили футбольную тренировку спортивной школы Звенигорода. Муниципальное бюджетное учреждение было образовано в 1969 году. Сейчас в нем занимается 380 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Как сообщила член политсовета местного отделения партии Лариса Белоусова, для ребят доступны 5 видов спорта – горные лыжи, дзюдо, футбол, борьба и спортивная гимнастика.